Я думаю, что это миссия, которая имеет в составе людей с специфическими профессиями, еще один шаг для того, чтобы ЕС пытается донести для региональных игроков тот факт, что если потребуется, и специальные силы тоже могут дислоцироваться в регионе, и это реальная политика, которая ведется со стороны ЕС, не только там. Мы всегда говорили, что они только вербальным образом констатируют факты, но конкретные шаги никак не делают. И это тот случай, именно тот случай, который показывает, что не только высказывание и политическая риторика, но и конкретные шаги тоже делаются. Эти специальные профессии, которые имеют люди полицейские, очень удобно для армянского правительства, потому что у них есть накопленный опыт для таких задач, и они смогут свои знания передать нашим специалистам в будущем. Я думаю, что позитивный шаг, и ценю этот шаг немецкой стороны и французской стороны, что они в контекст гуманитарной миссии включают и людей, которые имеют такую специфическую профессию. Армения дислоцирует эти силы, эту гуманитарную наблюдательную миссию исключительно в своих суверенных границах, и никто не сможет помимо своих острых высказываний какие-либо политические шаги предпринять. Так что, что хотят, то пускай говорят. Реальная политика такова, что Армения нуждается в этой наблюдательной группе. Если мы будем нуждаться и более других, иных групп, которые имеют иные качества, то мы попросим Евросоюз рассмотреть этот вопрос.